В результате взрыва мин в Тартарском районе получили ранения 4 военнослужащих азербайджанской армии. Камиль Алибалаоглу Дуниев, Гасан Аликоглу Ахмедзаде, Эльшат Латифоглу Оруджев, Магирам Октайоглу Агаев. Как сообщили в Министерстве обороны, после оказания первой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в госпиталь. В настоящее время военнослужащие находятся под контролем врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Полковник-лейтенант Камиль Дуниев подорвался на мине на территории Сугаушана. Получивший тяжелые травмы, Камиль Дуниев помещен в военный госпиталь. В пресс-службе Министерства обороны подтвердили этот факт. Ведется расследование. Напомним, Генеральная прокуратура Азербайджана предупреждает жителей о недопустимости поездок на освобожденные от оккупации территории. Так как во время 30-летней оккупации армянские незаконно вооруженные формирования заминировали оккупированные территории Азербайджана, и до полного разминирования посещение этих мест нежелательно.